Green Beach Resort. 5 звезд. Бодрум. О, уже собрали. В номере. 4 может не Сейф платный, каждый день по $4. Ничего себе. Полная ложка концепция. $4. А Wi-Fi? Wi-Fi номерах нету, только в определенных местах. В лобби-баре, в ресторане, в главном, главный бассейн и пляж. В 2016 году. А сам отель с какого года? С какого года это? 95-го. Next year. Что, у нас есть 4 бассейна. Из каждых 4 бассейнов есть рядом детские бассейны. В одном из бассейнов есть горки. Один бассейн крытый, возле крытого бассейна находится сауна. Сауна у нас все бесплатно, кроме массажа. Возле крытого бассейна есть фитнес-центр, тоже бесплатно. Анимация какая? Biz animasyon çalışmaların soft animasyonumuz var içeride. Yani biz animasyon yapıyor yani. Soft. Kendimizin animasyonu yani. Это дневная, может быть. Сейчас возле бассейна есть анимация. Мы слышали? Да, дневная. Активная, получается. Детский клуб. Так, софт или активная? Активная. Питание в ресторане для детей. Он вообще знает. А вечерняя? Больше спокойная? Нет, отдельная. У нас пляж 600 метров, это платформа, и где-то 20 метров берега, заходит, песка нет, только этот. Галька. То есть есть маленький заход в море, чтобы можно заходить, а то основной с платформы. Да. На пляже есть бар, снэк-бар. Каскадная территория, то есть ступенчатая. Шины гириш там завели хаулу карты, ну, я думаю, чем сильно. Пляжи по ступенькам спускать, эти лифты есть? Лифты есть по ступенькам и по прямой можно. Три вида есть. Три вида. Лифты, по прямой, что значит по прямой? Такой пологий. Пурожек нельзя, значит, лифт есть на пляже. Кусочек песчаного пляжа есть. Не песчаного, галечного. Песчаного, Ира узнала. Сейчас песок и галька, песчано-галечный пляж. Большой сумма рюкзу доллара покажем, я вам здесь стандарт узнаю. Сейчас вам покажем стандартные номера. Мини-клуб есть. А с какого мини-клуба? Не, в каждом персонале есть русскоязычный, везде, да, везде есть. Тем более, на русском. А у туристов есть что-то есть, вот аля карта? Нет. Стандарт. Лендью. Ну, номера нормальные.
О! Уже свет выключили. Повезло прям. Это тоже стандартный сигнал? Стандарт? Сигнал. Туда нет света. Какие песни? Пока. Я на это сплю. Ой, слава. Занимайте кроватью. О, попа. Может, вы сегодня кучу? Я запомню. Может, это не может быть. Может быть, просто думать. Снэк-бар. Картофель фри. Наггетсы. Ну тут хоть нормально музыка. Я доеду на бортах. А где все пошли? Куда они пошли? Вон они пошли вот так. Ага. Вот наш отель. Да. Это Green Beach в Бодруме. Он очень популярен среди украинского и российского рынка. Я часто отправляю туристов туда и понимаю почему. Потому что он реально классный. Это первая береговая линия. Очень красивые виды. Очень классная анимация. Ну, мне он очень нравится. Вы заметили, как тут весело? Советую всем. А, еще платное мороженое, да? Мороженое платное. Ну, лежаки классные. Сейчас покажу вам бунгало в Гринбиче. Смотрим. Бунгало. Нет, стандарт. То есть вилла, она лучше будет. И дороже. Да, вот, как я сказал, у нас продается три вида. Клубные номера, клуб фэмили и стандартные номера. Клуб, стандартные номера стоят дороже, чем клуб номера. И они а вот, стандартные, они только А вот это идет бунгало. Да, клаб номера бунгало. Клаб номера. Ага, клаб номера это бунгало. Все. И они чуть-чуть дешевле. Да, дешевле, чем. Здесь вот одна, кроме стандарта, вот стандарт в этом году обновляется. Да. Вот можете сейчас. А бунгало нет, да? Вот в 2016 году обновили. Только клаб обновили, а главное. А, то есть виллы обновили, бунгало обновили, а мейн билдинг. Стандартные в этом году полностью обновляться будут. Будут обновляться. Возможно. Невозможно, а будет. А какой у вас контингент? Mm-hmm. Ну вообще, в основном страны СНГ, либо немцы, да, там тра-та-та. У нас по много. Чуть-чуть всех, да? Не по чуть-чуть. У нас сейчас алманлар келер, да, ми? Ингелиз гелию, алман гелию. Немцы, Европа полностью приезжает сюда. В этом году у нас испанцы теперь будут. А анимация у вас детская есть? Да, есть детская. На русском есть? Русские пока сейчас нет, но... Но будут. Будут. А музыку интересно, кто такой слушает. Я в бутин бурин, наверное, как издарчал еще, да, сына? Подскажите, пожалуйста, в подборе мы как-то можем увидеть номера бунгало с балконом или без балкона? Они как-то отличаются? Кач. С балконом, без балкона. Они в подборе отличаются, либо это все номера просто бунгало и все? Да, все просто. Просто категория бунгало и все. Куда попадем, без балкона попадем. С балконом. Рандомно. Шансы, рандомно, понятно. Видите, шанс. Ну да, как повезет. Как повезет. Да, о.
попросить написать в комментариях, чтобы не... бассейн? Да. На почту. Максимум 2, да? Все, бунгало, надо посмотреть номер. Не, мальчик как будто отправили на растерзание. Конечно. Вот потому что он русский знает. Ого. Поэтому его отправили, чтобы у него турецкий знает. Только... Ну, а, все так же самое. Но если это бунгало идет дешевле, чем там, то отличный номер. Еще и севью там. Я бы жил в таком. Вид прекрасный. Да? Слышишь? Приводное или свое? Есть приводное. Приводное, сказала. Дискотеку по мне отлично. Если хотят, отвозят. Если не хотят, у нас здесь тоже. То есть отсюда везут на дискотеку? Бесплатно. У нас тоже есть. Своя есть? Да, своя есть. Те, которые хотят с турками или там, чтобы много mm-hmm. людей было, туда едут. С турецким народом имеете? А туда везут, это у вас автобусы или это заказывается? Это уже анимация. Это отдельно уже все. Хорошо, mm-hmm. понятно. Это ваша анимация уже организовывает, да? Можно ли приватно сюда не зайти? Недалеко від Волги? Я щось не знаю. Ні, далеко. 40 хвилин і знайти. Да? Слышите, ребята, слышали? Ви поки не робили, що вам сказали, подійдіть. Нормальний єтель, ну... Мне кажется, половину той концепции, которую этот мальчик рассказал, неправда. И невозможно понять, чему верить. Сейчас мы спустимся на пляж. О. Лифт на пляж. Лифт на пляж идет. А где пляж? А, вот это. Вот это он? А, тут только понтоны, вы поняли? Сейчас покажу. Видно? Только на понтоны. Песка, понятно, нету. Сразу глубоко. Не-не-не-не-не-не-не. Этого достаточно. Отсюда посмотреть пляж с головой, я думаю. Надо было. Что, опять эти 3 человека лишние? Вот такой вот. Там кусочек песчаного пляжа. А где кусочек песчаного? Вот там, который не видно, вон где люди стоят. Вот там есть кусочек песчаного. А, вот тоже там? Да, да, да. Потому что вот этот идет не его. Ну, или как его, но вот такой. Угу, понятно.